Вождение под градусом еще никого не доводило до добра. Регулярно в новостной ленте появляются сообщения о ДТП с участием нетрезвых водителей. Поэтому ульяновские госавтоинспекторы продолжают борьбу с пьяной ездой. Нетрезвый водитель – главная проблема, с которой работают сотрудники ГИБДД. Ведь дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя обычно очень тяжелые последствия несет. На этот раз профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» прошло в Заволжском районе Ульяновска. Работали десятки экипажей ДПС, а инспекторы останавливали практически каждый автомобиль. Ряд дежурных вопросов, проверка документов. За это время сотрудник ДПС успевает осмотреть салон и присмотреться к водителю. А при возникновении подозрений просят пройти в дежурную машину и провериться на алкогольное опьянение. Дуем, все. Ждем результат. Обращайте внимание тоже. В целом за рейд удалось задержать 37 человек. Среди них нетрезвые водители и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. 3 человека были задержаны за нарушение повторно. Тех, кто все же сел за руль пьяным, ждет наказание. От административного до уголовного. Нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей, либо лишение права управления машиной до 2 лет. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.